Единственный концерт самого популярного, по данным Книги рекордов Гиннесса, композитора всех времен и народов. Лучшие песни легендарных Битлов сэр Пол Маккартни исполнит на Красной площади в Москве. Центр города на несколько часов превратится в гигантскую концертную площадку, а естественной декорацией станет исторический ансамбль Московского Кремля. Репортаж Анны Глот. 20 многотонных грузовиков с оборудованием и инструментами, 8 экранов и огромная сцена. Все это привезли и установили на Красной площади для единственного концерта сэра Пола Маккартни. Такого зрелища, по словам организаторов, в Москве еще не видели. Прямо у стен Кремля большая стройка. На несколько дней главная площадь страны превращается в концертную площадку. Половину площади заставили стульями для зрителей, на второй во время концерта будут танцевать. Накануне рабочие закончили монтировать 30-метровую сцену. Сейчас устанавливают звук. Напротив мавзолея выстроили башню, где разместят дополнительные динамики и прожекторы. Практически всю технику привезли двумя чартерными рейсами из Лондона. Есть некие специальные вещи, там, начиная там, сцена чуть больше, специально сделано, ну, как бы для Красной площади. Всего задействовано 200 только иностранных человек, приезжих, порядка 150 наших рабочих инженеров. Два подъемных крана. Прямо за сценой у собора Василия Блаженного разбили палаточный городок. Здесь будут помещения для музыкантов, личная гримерка и столовая. Сам виновник торжества прилетит в Москву на спецсамолете в пятницу. На следующий день репетиция и, наконец, вечером долгожданный концерт. Для посетителей шоу, среди которых ожидают немало важных персон, предусмотрены особые меры безопасности. Мы ставим турникеты для зрителей, для прохода зрителей. Это немаловажная часть безопасности приходящих на концерт. И около километра мы ставим барьеров безопасности. Это достаточно серьезная длина, это впервые применяется, в общем-то, в Москве. Какой именно песней откроют концерт, пока неизвестно. Но, по словам организаторов, вряд ли это будет знаменитая «Back in the USSR». Анна Глот, Дмитрий Кривко, Вести Москва.